Муфтия Дагестана издал новую книгу. Она называется «Сборник фетв». Это первая часть книги. В ней собраны 100 ответов по исламскому праву на актуальные вопросы современности. Вот сегодня мы издали вот этот сборник. Здесь вопрос. На каждый вопрос идет сначала ответ, понятный и доступный читателю. А потом уже, если есть люди, которые интересуются уже источниками, ссылками, аргументации, мы даем уже подробную аргументацию на арабском языке с указанием ссылок, источников и так далее. И в этой связи, да, эта книга, я без преувеличения могу сказать, что она несколько уникальна, потому что ничего подобного не было. Это первый опыт, это первая часть, и я надеюсь, что муфтият издаст и вторую часть, и эта серия будет уже продолжаться до тех пор, пока мы будем заниматься этой деятельностью. Книга содержит около 200 страниц. Она разбита на главы по разным темам – про намаз, пост, семейные отношения и многое другое. Муфтият намерен продолжать научные работы по изданию сборников ответов на вопросы. Книга уже вышла в свет и находится в продаже в исламских магазинах.